Лето в самом разгаре, и если в эти прекрасные солнечные дни у вас нет возможности вырваться в долгожданный отпуск, мы предлагаем вам устроить мини-отпуск в ближайший уикенд. Начнем с киноновинок недели. Харьковчане смогут увидеть яркие премьеры, военную драму «Дюнкерк» и боевик «Овердрайв». В Центральном парке культуры и отдыха имени Максима Горького в эту субботу отпразднуют экватор лета. Девиз праздника «Никто не уйдет сухим», и добиваться этого будут самыми разными способами. Каждые 2 часа харьковчан будет ожидать проезд поливальной машины. На главной площади пройдут состязания по аквадарцу, гонкам корабликов, дуэли на водных насосах. В 18:00 здесь начнется масштабная водная битва, а в 20:00 – пенная дискотека с диджей и пиджей-поддержкой. 22 июля в Харьковской области состоится грандиозный фестиваль «Гетьманская слава», приуроченный к 330-летию со дня избрания гетьманом Украины Ивана Мазепы. В программе «Открытие освящения памятника Ивану Мазепе», спектакль театра исторической реконструкции «Стальное княжество», театрализованное конное представление казацкого театра «Хортица», показательное выступление спортсменов-силачей сборной Украины, премьера оперы Чайковского «Мазепа» в постановке Харьковского национального академического театра оперы и балета, праздничное фаер-шоу и дискотека. В эту субботу день рождения парка «Детская планета». Гостей ожидают аниматоры, веселые конкурсы, розыгрыш ценных призов и, конечно же, праздничный торт. Мероприятия начнутся в 11:00 и завершатся в 20:00. В воскресенье 23 июля в Фельдман экопарк пройдет спортивный фестиваль. Гостям предложат посетить мастер-классы на любой вкус и в любой физической форме. Хоккей, футбол, а также силовые занятия. Это была подборка самых ярких мероприятий уикенда. Планируйте свой отдых вместе с командой «Информбюро».